Итак, доброго зимня, шановні мої підписчики, хорошого времени суток, гості моего канала. С вами я, фронтовой корреспондент. Сегодня День Святой Троицы. И, как всегда, у нас в это время прихода открытия нашего сезона отдыха на нашей славной речке Днепр. Бачите, яке дерево. А почему? Как писал колись наш Днепровичение, наша областная газета, лучший отдых – это отдых на воде. Вот все над Днепром. Красота. Сейчас поставим чайничок, кофеек с утра. Не просто его так рано зазеленило, может того, что осадки у нас беспрерывно. Но на Троицу, слава Богу, тихо, спокойно. Весь берег занятий людьми. К сожалению, мы не могли попасть на те места, где были последние разы, потому что там такая дорога, не проехать. Ну, скажем так, старые новые места. Раньше мы ездили сюда, ну а теперь вернулись. Все спят еще. Лагерь наш. Вон. Якась красавица не спить. Ходи, броди. Ну, що таке троється? От. Гляньте. По цій дорозі ми приїхали. К новому сезону приобрели нову палатку. Довольно таки неплохий варіант. Нам очень понравилось. В общем, все хорошо. Все красиво. Птички співают. Соловей, что там вообще? Вчера приехали, соловей співал. Значит, вона ще сидить на яйцах. Красота. Хорошо работать, надо хорошо и отдыхать. Тут и лист трошки не такий, як, скажем так, на тих местах, где мы стояли последнее время. Ось наша кухня. Там тоже лагерь. Показывают люди, носят ведрами грибы, но, к сожалению, Света нашла только один хороший и один. Мы сегодня старый на сушку повесили. Что может быть лучше? Тихо, спокойно, красиво, камочок наш. Отдыхаешь душой и телом, потому что трудовые будни, как правило, всегда заедают. А тут умирают
растворение. Надо сейчас же сегодня троица. Буду букет красивый сделать. Там уже положено так. Так хотілося, щоб все було чути, як співають ці птички. Грибов ні, грибників вчора трошки було, ну грибов здесь, к сожалению, хоча іноді раніше тут ми теж збирали. Единственное, что стабильно, что на тех местах, что на этих, это комары. Тут они колерованы, один лучше другого. А наехали отдыхающие, еды полно, просто зверствуют. Ну ничего. Так что всех вас... праздником. Здоровья, наснаги. Нам хорошо отдохнуть. Рыбу сейчас не ловим, потому что мы маленьким коллективом. Решили отдыхать, потому что я рыба, то чистить надо. Вот. Вот такая природа нас окружает, надо берегти ее. Эти птички, конечно, очень красиво. Ну, как всегда, на фоне чего-то. Вот молодая елочка. Как тут лес, помню, тут не было 5 год, просто все выросло до нелюза. Так что... нравится, подписывайтесь, не забывайте, палец вгору, колокольчик, ваш фронтовой корреспондент. Всем всего хорошего, пока. Самого тина. Там через дорогу, да, дуб стоит высокий. Только уже громко, кума, бы там донецки стоять. Ага. Господи. Романтика. Да. Кум, давай нашу, на горе два дубки. А я тебе хотел сказать. Давайте. Это же нашу лишил до кондиции. Не я надо ж... кондиции. Я ж співаю. Кума, не надо багато. Тут саме доста. Да. Сьогодні, давай, не... Вова, сьогодні не купала. Ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубки. Два дубки похилились до кубки. Вітер дуба хитає. Вітер дуба хитає, вітер дуба хитає, хитає, козак дівку питає, вітер дуба хитає, хитає, козак дівку питає. Ой, дівчина, чия ти, ой, дівчина, чия ти.
Ой, дівчино, чия ти, чия ти? Ой, чи вийдеш гуляти? Ой, дівчино, чия ти, чия ти? Ой, чи вийдеш гуляти? А я донька мамчина, а я донька мамчина, а я донька мамчина, мамчина, цілуватись навчина, а я донька мамчина, мамчина, цілуватись навчина, а я у батька один син, а я в батька один син, а я в батька один син, один син, погуляти хоч би з ким, а я в батька один син, один син, погуляти би хоч би з ким. Украина має талант. Що там, ребята, это наше народное творчество. Що тут казати? Не одне, да. Саме інтересне, що я не знаю, чи у вас в темноті. Так вас іну видно, допустим. А вас не видно вообще, чи буде видно, не знаю. Ночна, ну да, ночна съемка. Так що, ребята, да, віддихаємо, релакс, релакс, Дніпро рядом. Да. Просто всім. Это, скажем так. Надо було ще зняти днем, коли він з куклою грався. Ага. Уже виліз і грається з куклою. Ага. Это саме, що репетиція на следующий год, 40 год, як 8 Б кончив школу. Так що, ребята, як би думати треба, що там і як там. Часть класа 8 Б уже сидить за столом. Да. Да, рішає эту проблему, частично репетирує, як народне творчество і так прийняття вкусної пищі, употребление гарячительних напитків і всього остального. А все это дружний, нормальний коллектив. Спитий. Не одним десятком год. І все благодаря чому? Мало що ми ходили в одну школу. Ми ще й куми. Так. Да. Так що. Не покабіліма дружба. О! Блін, кума, мене аж зігнуло, тому що не вбровив глаз. Ладно. Пойдемо далі.